Сейчас ваша помощь нужна как никогда. Такие слова губернатор Сергей Морозов произнес на встрече с представителями благотворительных организаций и руководителями социальной сферы региона. Глава области поблагодарил присутствующих за посильную поддержку и различные акции в период самоизоляции, отметив при этом, что и самим волонтерам будет оказана поддержка со стороны властей. Мы с мэром договорились, и когда вы только нам покажете свое удостоверение, значит, общественный транспорт города Ульяновска, как мы говорим о городе Ульяновске, вы этот вопрос поднимали, будет бесплатен для волонтеров. Сегодня покажете свои вот эти бейджики, значит, сегодня прям будет дано соответствующее поручение. Кроме того, в этот день состоялось подписание трехстороннего соглашения между региональным уполномоченным по делам ребенка, областным министерством соцзащиты и отделением Красного Креста. Причем речь не о медицинской, а о компьютерной помощи. В рамках этого проекта планируется перераспределение неиспользованной компьютерной техники у граждан, у физических лиц и организаций, которые можно будет перенаправить для пользования уже в семье, детям в дар, скажем так. Люди, у которых есть свободная неиспользованная компьютерная техника, могут передать ее Красному Кресту. Находятся они по адресу Гагарина, 1. В ходе встречи глава региона не исключил, что чиновники перечислят часть заработка в благотворительный фонд для оказания помощи землякам.